Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это GTA 3 The Definitive Edition. Короче, и сегодня мы заканчиваем игру. Мы почти ее прошли, это последняя серия, последняя. И, короче, это, более кроме того, это последняя серия получается вообще всей, всего прохождения этой трилогии GTA The Definitive Edition. Начали в ноябре 2021 года, а заканчиваем только сегодня. Да, прошло много времени, конечно. У нас оружие много полезного. Так. SAM. Ну что, затянем немного потуже или подождем, пока он отвалится. Потыкай его еще. Ну, липкая гадость желтая какая-то. О, привет, мой помощничек. Мне было скучно, я тут решила составить особую компанию. Она одаренная девушка, конечно. Ей удалось кое-что важное у нашего гостя узнать. Через 2 часа международный аэропорт Фрэнсис прибывает самолет. Он набит отравой кталины. Чтобы твоим планам не помешала охрана, возьми катер, доберись. Да, будет. И взорви самолет, когда тот прибудет на посадку. Найди груз и забери его. Да, будь там поосторожнее, друг. Попробуй его, масло чили. Так, короче. Предлагают нам с помощью катера туда добраться. Но мы сделаем иначе. Мы через аэропорт проедем туда. Есть особый полезный метод. Во-первых, до аэропорта мы и доедем быстрее. Метку надо поставить сюда. А во-вторых, так будет безопаснее. У нас чуть больше 2 минут всего, времени дают совсем мало, и нам надо за это время как-то успеть доехать туда. Это задерживает, конечно, очень. Очень задерживает, вот прям совсем. Это где-то 20 секунд забрало, а тут каждая секунда на счету, считайте. Эй, блин, вот это вот плохо. Плевать на полицию. Просто едем туда, куда нужно. Блин, обо что я врезался-то? Что ж такое, а? Берем снайперскую винтовку и надо всех. Нет. Надо ближе подойти.
Отсюда мне не попасть туда. Самолет приближается. Отлично. Самолет подорвали. Ой-ой-ой, осторожно. Так, возьмем их машину и уедем на ней. И ну нафиг мотаем отсюда теперь. И будем очень надеяться, что не прижмут копы меня там нигде. Они, впрочем, уже пытаются сделать это. Да, действительно, лучше через аэропорт сюда приезжать, чем через, чем с помощью катера. На катере это медленнее будет. Намного. А это... Надо поторопиться. Нет, 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 нет. Повезло, что я врезался, а не упал туда. А вот они пускай падают. Хо-хо, обалдеть. Блин, машина не загорелась бы. Вот этот фургон полицейский нам проблем кучу, конечно, доставить может. Было бы неплохо действительно в автомастерскую заехать. Тут, кстати, она не рядом случайно. Тут рядом автомастерская есть. Надо туда заехать, наверное. Ой-ой-ой, беда какая. Из-за чего он хотел свернуть, а? Водятел вот этот на той машине. На встречную повернуть, зачем он решил? Так, вот они могут мне помешать туда заехать вообще. Правда, я дымлю уже потихоньку, по-моему. И вертолетик приближается. Так, а в какой надо? В этот? Отлично. Отлично, отлично. Только цвет, по-моему, остался таким же. И как копы меня могут в таком цвете не узнать? Не знаю. Давайте возьмем другую машину, чтобы...
не подумали, что это колумбийцы приехали. Ренцум. Ах ты козлина! Вот козлина! Твоя драгоценная Мария у меня. Если хочешь, чтобы получить ее назад, привези мне 500 тысяч долларов на виллу Сент-Драйв. Ах ты скотина! Вот скотина ты, а? Тварь, блин, какая же ты, блин, тварь! Каталина, ай! Она убила Асуку. Какой кошмар. Жалко ее вообще-то очень. $500 000. Так уж и быть. Есть у меня такие. Но ей доверять точно нельзя. Так что надо быть готовыми к тому, что... Она опять нас обманет и... И попытается убить нас. Так, метку дайте мне. И Мигеля она тоже это вообще проткнула этим прутом этим здоровенным. Нормально, хорошего она о нем мнения, конечно, предала, а потом вовсе убила. Ой-ой-ой. Да, кстати, на этом острове на третьем хата еще одна появилась, но мне, но нам она не пригодилась. Да что ее так заворачивает-то, машина? The exchange. Sí, bueno. ¿Para qué es idiot? One of these Scarface idiots. Какие хитрожопые. Все предусмотрели, блин. Еще и оружие все забрали. У нас. Приветствую. У меня к тебе вопрос. Зачем ты здесь? Чтобы спасти Марию или чтобы вернуть меня назад? Ну, насчет последнего. Я получу наслаждение, убив тебя. И ты был только со мной ради выгоды. Да ты мелкая сошка просто. Давай мне бабки. You have.
Ну что ж, друг, ты хорошо поработал. Но ты, Сошка, как был, так ей и остаешься. Убейте его. Ну, я так и знал. Так, быстро в гараж. Быстро в гараж, там броня есть. Пошли в попу! Пошли в попу, я сказал! Откройте мне ворота, быстро, блин! Так... Вертолете Каталины, судя по всему, сейчас находится в этом. Надо догнать и... Ох, как повезло, что я не выпал туда. Кто меня... А кто по мне стреляет сейчас вообще? Я знаю, куда этот вертолет прилетит, поэтому мы объедем с этой стороны. Да. Каталина поплатится за все это. Вот теперь я выпал, но слава богу не пострадал. Это, опа. Теперь надо вспомнить, как проехать к дамбе к этой. Так, вроде по этой дороге. Колумбийцы повсюду. На машине мы туда не поедем, потому что это... Они нас тут же взорвут, если мы так сделаем. Пригодится. Задолбал отдышиваться уже так. Жаль, снайперская. А, вот, снайперская же есть. Вот она лежит. Сейчас мы... Издалека их всех пообстреляем нафиг. Раз попал. Два попал. Тар-та-тар. Тар-та-тар. Что-то вспомнил вот этот раз попал, два попал. Сразу это слова эти, короче. Так, там еще есть... Ой! Откуда? Откуда? А, вот. Гад такой стреляет. А что, снайперская кончилась, что ли? Так, это лестница. Надо кое-что провернуть хитрое.
Снайперской жалко нету. А, блин, тут так не пройдешь. Оружие-то заканчивается. Быстрее взлетаем! И оба! Да что за взрыв только что такой был? Так, с такого расстояния не попадем, наверное. На, нафиг. Этот грузовик раздавить может. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут на... вот с этим осторожно надо быть очень. Так, готовим пушку. Ой! Так, ну а сейчас за все посчитаемся. Ай! Блин, повезло, что я не сдох сейчас. Еще летает, сейчас упадет. А, нет, падает уже. Вот так-то. Наконец-то я больше не буду видеть твою рожу в ночных кошмарах, Талина. Жители Сидор Гроув едва успели оправиться от шока, вызванного криминальной войной, которая вчера разорилась в районе. Один из местных, Клайв Денвер, рассказал полиции, что видел, как место преступления покинули вооруженный человек и брюнет. Знаешь, как нам будет клево, потому что, ну, я люблю тебя, правда люблю, ведь ты такой крутой и сильный. Именно такой ты мне и нужен. Так о чем это? Ну вот, забыл. Ты же понимаешь, о чем я, да? Когда ближайшие дома накрыло взрывной волной, люди бросились в рассыпную. Несколько мирных жителей пострадало в панике из-за перестрелки между людьми, землей и вертолетом, кружившим над дамбой. Да, из The Gardens оказалось просто чудо, когда верхом вертолет сбили. Это было очень круто. Уже более 20 лет. Однако полицейские продолжают находить останки. Официальные источники пока слухи не опровергали о том, что погибшие были членом колумбийского картеля. Истинные причины бойни пока не выяснены. Да, вот этот момент, кстати, до сих пор остается загадкой. Это Клод застрелил Марию или что? Ну, я буду держаться того мнения, что он просто стрельнул в воздух, чтобы она замолчала просто, и все. Ибо зачем он тогда ее спасал? Зачем ее убивать, если он спасал ее специально? Ну, короче, все, игра пройдена, идут титры. Вот так вот, короче, завершился этот марафон, так сказать, прохождение трилогии GTA Definitive Edition, начавшейся в ноябре 2021 года и закончившейся сегодня только. Не знаю, что по поводу тут авторских прав, но я думаю, на этой музыке ее авторских прав, я думаю, нету. Не должно быть. Так.
Если уж есть авторские права, мы звук выключим потом на видео. В этом месте. Но надеюсь, что нет. Сама GTA 3-то она как? Игрушка прикольная. Вот когда она вышла в 2001 году, в том как раз таки, она стала очень большим прорывом, когда после того, как выхода первых двух частей GTA двухмерных. И она просто реально впечатлила людей. Ее полюбили не за миссии, а за открытый мир. И это реально просто была... Это была просто мега продаваемая игра. Не у всех, правда, в 2001 были компьютеры. Дорогое удовольствие было. Люди на консолях играли. Где-то в 2003 году только у большинства, у многих людей стали появляться компьютеры. И тогда GTA 3 стали играть и на них. Позже, конечно, как вы знаете, вышли и другие части. Но GTA 3 стала первым открывателем серии трехмерных частей GTA, которые у нас до сих пор как бы актуальны и все дела. Короче, и сама игра прикольная. Сюжет, конечно, такой себе, слабоватый. Самое плохое — это то, что главный герой у нас вообще не разговаривает. Он все время молчит. Не знаю, вообще не знаю, с чем это связано. Я могу понять еще, почему главный герой GTA Online не разговаривает. Но тут непонятно совершенно. Ну что ж, игра пройдена. На сегодня все. Кстати говоря, многие меня просили поиграть в The Simpsons Hit and Run. И я думаю, что, наверное, ей можно заменить GTA теперь. После того, как мы завершили трилогию эту самую. Наверное, уже в скором времени, короче, я поиграю в Симпсонов. На сегодня все. С вас Икус Писоза. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, блоговый канал. Вступайте в ВКонтакте. И всем пока.